Здравствуйте, друзья. Вы видите тут вот пачку корреспонденции у меня в руках. Это не за один день, не подумайте, это за неделю. Это я просто пошел в ящик, сейчас у нас вот, да, такой день, мы не работаем, праздничный, я пошел в ящик, вытащил, вот что нам приходит за неделю. Посмотрите, значит, тут, ну, поскольку Black Friday, сегодня четверг, а завтра вот как раз этот самый Black Friday, но видите, тут теперь этот Black Friday целую неделю идет. Вот говорят, это QuickBooks. Ну, почему QuickBooks? Потому что Света пользуется этим софтвером, вот они прислали. Так, вообще, в основном это мусор. Это купон, 10% значит, скидка там и так далее, из магазина Home Depot. Света, мы пользуемся Home Depot? Мы пользуемся Home Depot. Пользуемся, но не так часто. Тут какой-то, я, честно говоря, даже не могу сказать, вот, retail me not every day. Вообще, какая-то фигня. И эта фигня полная купонов. На, вы видите, это на курочку, на картошечку, на самые разные изделия. Лонгс, нет. Ха. В общем, друзья, я даже не знаю, в какой, собственно, магазин это все они нас зазывают. Но вы видите, какой кошмар тут. И съестное, и выпивка. В общем, жуть. Вот, вот это вот, вот, вот столько всякого вот мусора. Все мусор, чистый мусор. Это магазин Костка, сетевой магазин. Мы там с ним дружим. Автомобильная программа у них. Значит, они автомобили продают. Ну, тут что? Багаж, лэптопы, колеса. А, вот. Member Only Savings. Может быть, это какие-то купоны. Я даже не знаю, мне не хочется раскрывать. Я не думаю, что, может быть, вам это уже прям так интересно. Но что тут? Ювелирка какая-то. Перчатки, часы. Ну, в общем, всякая дрянь. Вот чего там люди на праздник, да? Thanksgiving у нас тут начинается. Так, а тут что-то такое интересное. Открывается на праздник, открывается новый магазин. Вот он там, Harry and David. David. Grand Opening. Где он открывается-то? Ты знаешь, что это? Что это? Это вот эти корзины, запечатанные к празднику. Корзины, запечатанные к празднику. Где? Это Санта-Клара. Ну, это ужасно. Ужасный магазин, надо будет сходить, друзья, нет, все. Мне там совершенно ты, ничего смотреть. Света, ты меня уговорила. Нет, мы, друзья, ждем гостей. У нас к нам придет Гарик Прораб, из, полюбившийся всем со своей курочкой, которую зовут Ирина. И еще к нам придет мама Марины Могилка. Вот она приехала навестить дочь. Дочь Марина по дороге к друзьям забросит маму к нам. Вот, может быть, сейчас возьмем маму Марины Могилка и пойдем смотреть на идиотский магазин. Вообще, что за кошмар? Что это? Это кредитная карта, я понял. Это предлагается кредитная карта. Это компания United, авиационная. Светочка, тебе пишут вот Mileage Plus, какая-то программа. Мы участвуем? Мы не участвуем. Мы не участвуем. Мы зарегистрированы. Ага, у нас есть регистрация. Так, я поражаюсь, это они, наверное, думают, что у нас есть время читать, понимаешь? А, это то же самое, но мне, понимаю. Это get donation, goodwill. Goodwill, говорят, как отдать им что-нибудь, чтобы потом это можно было списать, да, приближается налоговый сезон. Если есть что-нибудь, что хочется скинуть, можно им отдать и сделать себе списание с налогов. Это из реал-эстейтной компании Интера. Тут какая-то китайская женщина говорит, что она сейчас только что-то там продала. Такое ощущение, что она продала целый комплекс кондоминиум, но, видимо, она квартирку одну продала. Вот говорит, если хочешь чего-то продать. Сейчас большая идет кампания, поскольку люди многие думают о том, как бы скинуться со своей недвижимости. Вот риэлторы, значит, предлагают условия. Сидели, ждали, пока цены были нормальные. Да, Safeco Insurance, Света. Я думаю, что Safeco это компания, в которой мы застрахованы, наш дом и машины. Orvis. Orvis, друзья, это как бы такая дорогая фирма одежная, такая с понтом, с претензией. Я у них покупал красивые дорогие жилетки. Вот у меня есть одна за 400 с лишним долларов из бизоньей шкуры. Я, правда,
ухудел из нее. После этого они нас задолбали этими купонами. После этого они нам все время шлют. Ну вот вы видите, вот они шлют. Есть магазин в Сан-Хосе, вот, хотя они очень много торгуют по почте. Но это вообще хорошая фирма. Хорошая. Они дрянью не торгуют, я вам могу сказать, подтвердить. Так. Chase. Это банк. Chase Manhattan Bank. Говорит, нашему соседу мы тебе вот там $500, там чуть ли там не какой-то купон даем. Money Mailer. Это просто набор купонов. Вот есть такая компания, которая предлагает бизнесам купоны. Значит, бизнесы им платят, а они рассылают. И обычно купоны, которые там, это что-нибудь там постираться, а может быть, пицца какая-нибудь. Есть любители. Да. Значит, да, видите, чистка гаттеров, да, водостоков. Это сейчас очень актуально. Тут чего-то с бензинчиком, с собачками там, и так далее, и так далее. В общем, такие есть люди. Я, друзья, так давно не разбирал почту, что просто балдею. Значит, что это? Paper Mile Car Insurance. То есть, хотят страховку для автомобиля, которая платит в зависимости от того, сколько ты наездил. Ну, у нас есть страховка, спасибо им. United, это тоже авиационная компания. Что-то они от нас хотят. Business Expenses to Work for Your Next Vacation. Света, это какая-то программа, где тебе дают какие-нибудь поинты за то, что ты карточкой на бизнес покупаешь через... Ну, ты должен на них летать. Знаете что? Mileage Plus Explorer. Да, но тогда летать придется на них, друзья. Ну, United хорошая компания, в принципе. Вот именно. А мы сейчас летим не United вовсе. А что мы сейчас? Мы не United летим. Мы не United летим. Мы сейчас летим во Флориду. Ну что, выкинуть или оставить? Выкинем. Все, не будем читать. Так, друзья, а тут что-то такое, смотрите. Тут что-то, Светочка, дашь, пожалуйста, ножнички? Это из Амазона, вы видите, это Амазон. Так это наш заказ. Как заказ? Что, в ящик бросили? Да, он же маленький. Обычно, друзья, заказы-то под дверь кладут. Не бросают ящик, маленький. Да. Оп. Грейпфрут найф. Света, ты заказывала? Да, я думала, нож, что он не приходит. Ножик для грейпфрутов. Это да, Света заказала. Да. А что, Света, в чем специфика ножика? Может быть, ты нам покажешь заодно? Грейпфрут у тебя был там, вот я видел. Нет, дело не в грейпфруте, дело в том, что в ноже. В ноже, у меня так. Вот старенький есть такой, на ноже. Что это? Пианино. Продают пианино, которые были на время даны Стэнфордскому университету. Ну, если нам пианино не нужно. Так. Ну, смотри, вот у меня старый нож. Так, Светик, это не так просто. Ты должна прийти сюда, потому что камера смотрит вот на это место. Давай сюда. Неси свою. Дело друзья, так, Светлана идет к нам с ножом. Я давай, вовсе, я буду держать, а ты рассказывай. Я вовсе не использую этот нож для это грейпфрутов. Новый. Да. А это старый. Да, он очень удобный. Чем он удобный? У него, дай мне. Да. У него режущая поверхность и здесь, и здесь. Две режущие. И у него вот эта вот штука искривлена. В принципе, он для чего нужен? Что когда поперек разрезать грейпфрут, то вот так вот ножичком потом можно из всех долек отлично вынимать. Но мы пользуемся совсем для других целей. Этот-то чем лучше? Просто на дачу. Так. На дачу. Дело в том, что когда мы с рыбой имеем дело, допустим, солим ее, да? Рыбу. То с нее нужно счистить шкуру потом, которая крепко держится. Так вот без этого ножа понял не обойтись. Она друзья, очень классно срезает шкуру. Значит, отправляю вас на Амазон. Светочка, спасибо. Так, значит, это почтовый сервис. Нам говорит, что... Так. Что-то они хотят, чтобы мы... отправляли по почте. Так. А это такой там, я, знаете, по конверту не скажешь, но я вижу, что там какой-то купон лежит на 6 месяцев, я не буду. Просвечивается через конверт. Safeco Insurance, это опять для, это по делу. Значит, так. Right to play. Ладно, видите, как они так извилисто так написали, чтобы внимание привлечь. Ну, друзья, ну хорошо, вот они привлекли мое внимание. Я открываю. Вот, и мы смотрим, что там. Это для обратной связи конверт. И что-то они... Ой, господи, девочку мне написали. Что они хотят? Ага, я хочу сделать... Вот они говорят, я хочу,
чтобы дети могли вырасти и готовы дать за это $25, 50, 75 и так далее. Люди на празднике более склонны делать всякие донейшнс, тем более такой праздник, как День Благодарения и так далее. Значит, это, Светик, это нам с медицинской страховки пришло. Так, отложили. Значит, Дианза Калыч. Дианза Калыч – это комьюнити калыч, там у них много-много классов, это все такое субсидированное. Вот, видите, у них тут, пожалуйста, Java, персидский, Python, Raspberry Pi Programming. Ты смотри, как интересно. Так, Robotics and Engineering, SAT математика. Видите, много-много классов. Оно практически бесплатно. Практически бесплатно. И вот, если кто хочет... А вот еще Orvis, одежная контора для мужчин. Я не знаю, они что-то они шлют вот так. Бездумно шлют. Так. Видите, они адреса не знают. Они говорят, вот там, который там проживает. Что предлагают? Что предлагают? Я не понял. Ну хорошо, Делион, это, видимо, название фирмы. Я не силен в этом. А, я извиняюсь, это риэлторская контора. Делион Риэлти. Я понял. И они как бы поздравляют нас. Они говорят, мы Sparkle. Ну да, они просто желают нам всего хорошего в новом сезоне, в новом, так сказать, году. Замечательно. Это просто поздравление. Они хотят сказать, что мы есть. Если вам нужно что-то с недвижимостью, так мы есть. Freedom Mortgage. Это тоже. Ведь они говорят, что вот если интересуетесь, у нас есть там возможности перефинансирования дома и так далее. И это проблема многих людей. Вот представьте себе, что они взяли моргидж, там, скажем, на 5 лет, и подходит срок, и когда они брали его на 5 лет, интерес-то был меньше, а сейчас им надо перефинансировать, и интерес больше. И они лихорадочно ищут, что им можно было бы сделать. Еще один набор вот этих вот Retail Me Not Everyday. Мы начинали с этого. Вот какая-то новая пачка тут всего жуткая. По размеру я ее сразу откладываю. Так, a place like Mountain View. Окей. Okay. Needs healthcare and dynamic as its people. Значит, это у нас El Camino Hospital. Что они хотят? Они говорят, выбери своего врача. Но дело в том, что мы, в принципе, у нас же есть праймери врач. Я не знаю, зачем они это нам прислали. Может быть, это те врачи, которые не к страховке относятся, а которые... El Camino Health Primary Care. Вот, видишь, это ты идешь, там 2000 платишь врачу, вот, и он тебя... Это другой какой-то сервис. Угу. Ну что, выкидываешь? Да, я имею в виду. Выкидываем. У нас как бы все в этом плане относительно нормально. Так... Вот говорят, что покрытие, страховка на твой холодильник, Света, закончилась. Хочешь какой-то план, который страхует твой холодильник? Union Bank. У нас с ним нет отношений, правильно? Они хотят, чтобы были, а у нас нет. Ховард Блум, друзья. Ховард Блум – это наш дружок. Ну, как дружок? Он когда-то... Мы с ним покупали квартиру и продавали мы с ним квартиру. Он как бы специалист по кондо и таунхаузам. И вот вы видите, он пишет, что он продал свыше 1100 кондо и таунхаумс. Но он еще дома тоже продает, он как бы не исключительно по этим делам. Но вот он, видите, 85-й год. С 85-го года, много-много лет. Симпатичный мужик, хороший. А что он хочет сказать? А он говорит, пожалуйста, вот у меня есть вот тут такое есть, за буквально, друзья, за 1 275 000 в Mountain View, 3 спальни, 3 туалета. Сколько? 1 200 000? За 1 275 000, 1600 скверфутов квартирка, жилой площади, жилой. Я не знаю, ну такие нынче цены. А вот еще у него если есть... Если бы дом был, так он бы стоил 1 600 000. Если бы дом был 3-bedroom, 3-bus в Mountain View. Ну бы, да, был бы подороже. Был бы подороже. Хорошо. Хорошо, что есть Ховард Блюм, он о нас помнит. Видите, каждый раз вспоминает нас. Так, December, November, Savings. Это нам говорят, хочешь сэкономить? Костка пишет. Костка. Что они хотят, чтобы мы... На чем сэкономили-то?
Ну, на всякой ерунде, как люди к празднику покупают. Вы видите, подарки всякие, конфеты в ведрах, все это. Мясо, часы, ювелирка, шмотки. Надо сказать, что Костка, конечно, не то место, где вы покупаете крутые шмотки, но это то место, где вы покупаете приличные шмотки по довольно скромной цене. Мебель. Костка еще характерен тем, что там цены хорошие, но ассортимента большого нет. Есть небольшой, но по очень хорошей цене. Вот, вся Бэйрия, так сказать, вся Америка пользуется Костко. Sunnyvale Community Services. Это Working to Prevent Homelessness and Hunger. А, это они хотят, чтобы донейшн им дали. Так. А дальше что? Значит, расписание, Света, по уборке мусора вот, на празднике. Кстати, на. Я думаю, что завтра я уже. Я тебе оставляю. Luxury card, Света. А, друзья, luxury card. Что вы себе думаете? Так, MasterCard. А, да, это да, просто MasterCard. Я-то думал, там какая-то у них luxury card, а это просто... Кредитная карта, так. Ну да, какая-то черная, черная карта, Света, кредитная. Так, ну, обойдемся. Черная, черная рука. Так, и опять Орвис, друзья, опять Орвис. И опять какие-то шмотки. А посмотрите, какие дорогие они каталоги шлют в таком количестве. Да, хорошая печать, друзья. Сколько денег стоит людям, я просто в ужасе. Black Friday Sale, Puritan Sprite. Они, по-моему... Это лекарства, сапплименты. Точно, точно. Они качественные, хорошие качественные сапплименты. Да, эти самые добавки продают, правда. Ой, Safeco Insurance. Так, отдаем. Отдаем Светлане. Все, что с иншурансом, со страховкой, идет Светлане. Elements Massage, Света. $30 на твой первый массаж. Приходи, мы тебя отмассируем. Минус $30. Important information. Тут, Света, тебя какой-то развод идет. Там, друзья, я вам сейчас покажу. Это такой развод по-американски. Рисуют чек. Знаете? Рисуют такой. И ты думаешь, вот денег наконец дали. Просто так давно хотел. Barclays. Так, что они там? Значит... 35,000, да, 35 тысяч. Значит, тебя выбрали, да? Так, на это дело. Ну, в общем, понятно. Так, идем дальше. Все врут. О, ты господи. Значит, они говорят, гифт-карта на $10. Гифт-карта на $10 для похода в Starbucks. Да, вот эта старбаковская кружечка. Томас Джеймс Холмс, design it for you. Значит так, тебя выбрали, чтобы пойти на онлайновый воркшоп по хоум-дизайну. Света, хочешь на дизайн? Так, значит, вот придешь к нам на воркшоп, там всего 100 человек, будет тебе десятка для похода в Starbucks. Кто поймает огурец, целует даме ручку. Так, значит, этот самый... Это анекдот, друзья, про гусар. Так, значит, you are good. Это снова мили. Знаете, вот это они с этими милями буквально замучили. Мини Калкат, это ее зовут так. А что она делает? Интера, это она риэлтор. Она говорит, только что продала. Вот только что. Вообще фамилия Мини для риэлтора не очень хорошая. Надо было, лучше бы Макси. Конечно, Макси, да. А так что она тут продала? Вот она продала... Дом за 1,7 млн, продала дом за 1,8 млн, сарай жуткий. Вот, вот этот явный сарай, этот поприличней. Флоренс Стрит, 1,550 млн, 2 миллиона, 1,9 млн. То есть она говорит, только что продал. Она говорит, я и ваш продам. А сзади список, друзья, вы видите, у нее список. Но это уже не она продала, это ее агентство продало. И даже не ее агентство. Это вот в этом коде, это зип-код, в котором мы живем, 940087. И вот в этом зип-коде продано. Кстати, Света, это интересно посмотреть. Я вообще люблю такую статистику смотреть. Значит, это по какой цене они объявились, по какой цене они продались. И вот видно, что чуть ли не в половине они продались дороже, чем просили.
Ну, не, иногда очень сильно. Вот они, заниженная цена, видите, просили 2 миллиона 275, продали за 2 миллиона 500. Это они просто, это самое, дом, это days on market, то есть за сколько дней, за 9 дней, 10 дней, 40 дней, вот 58 дней, 2 месяца простоял. Вот, так что, хочешь это оставить? Да. Не надо, все, убирай. Ну, ничего. Мы не покупаем, нет. Стейнмарт. Стейнмарт, друзья, это магазин, который мы любим. Правда, Свет? Ну, да. Он хороший. Там фирма, такие бренды хорошие продаются по ценам, которые иногда думаешь, как же так? Вот недорого-то получилось, но вот... ну, я вот, честно сказать, на этой картинке, на этих картинках не вижу ничего такого, чтобы отличало этот магазин от других. А вот когда вы внутрь зайдете, вот... В общем, каталог этот совершенно не соответствует тому, насколько хороший сам магазин. Вот это я могу сказать. Ладно, убрали. Так, Дэйв Кларк Риэлти. Мы знаем Дэйв Кларка, правда, Света? Мы его знаем, это известный риэлтор. Ты посмотри, как они все, Света, озверели. Эти риэлторы, они все пишут. Так, вот тут у них. Ладно. Все риэлторы... Если раньше они звонили и говорили там... не хочешь ли ты продать, то сейчас они звонят и говорят, у меня есть эксклюзивная пропорти, которая еще не на рынке, не хочешь ли ты купить ее? Да, да, у них у всех эксклюзив. Значит, это тоже риэлтор, Ренна Ши. Так, такое ощущение, что уже было от нее что-то. Или это другая китайская была женщина. Так, какое-то шоу, балет, что ли, какой-то? Шэн Юн. Да, это балет. А чего они нам это сюда, нам-то чего? Или они всем шлют? То есть видно такой балет, что они продать не могут. Вот, друзья, балет. Чувствуется школа Большого театра. Смотри, как прыгнул. Так, ладно. Идем дальше. Так, Dillion Insight. Dillion Realty. Да, это вот риэлторская контора. Вот как. Света, ты посмотри, что шлют. Ты посмотри, какие каталоги шлют риэлторы, Света. Ты представляешь себе, сколько стоит... сделать такой каталог. Я не говорю уже про время и художественные, так сказать, усилия. Я говорю о том, что сколько денег нужно, чтобы просто распечатать даже. С картинками. Нет, я это не выкину. Тут картинки, цены, тренды. Так, в общем, потрясающе. Это я посмотрю. Я люблю картинки, аналитику люблю. Bed Bath and Beyond. Это такой... магазин с принадлежностями для дома, для семьи. Вот вы видите. Свет, охарактеризуй магазин. Бестолковый? Нет, это просто хороший магазин. Да. Но что интересно, у них цены уже по определению завышены. Поэтому вот здесь вот с каждым журнальчиком, да, они присылают купон, который никогда не экспайр. То есть вот пожизненный. Это, да, пожизненный. И ты можешь прийти всегда и купить, так, там на 10. Вот посмотри, какой купон на обложке там нарисован. Тут 20%. Нет, это то внутри, само собой. А вот потом вот, значит, на один айфон. Значит, вот 10 долларов скидка. Так, здесь я 20 долларов. Если я уже 20 долларов. В этот магазин, у меня этих купонов немерено. Понял. Так, то есть мы иногда покупаем там, ну, что-то. Да, да. Voya. Света, что это такое Voya Financial? Ты знаешь, что это? Наверное, они... моргиджи делают. Нет, вот это не... Customer Service. Ну, давайте я гляну, раз уж мы с вами чисткой такой занимаемся. Значит, так. Voya. Voya. Ну и что? А хочешь ты чего? Term Premium. Господи. А, это Life Insurance. Это Life Insurance? Да. А почему Voya? Они теперь вот этот Prudential... Premium Due Notice. Term Premium Due Notice. Это страховка наша? Это на меня или на тебя? Insured Name, Lana Portman. Да, я уже знаю. Ну что, выкинуть? Ну да. Хорошо, выкидываем. Какая-то Voya. Ой, как много в жизни происходит. Говорят, друзья, есть такая фраза, что если вот ты думаешь, о тебе все забыли, пропусти платеж другой, и ты увидишь, что о тебе помнят. Так... тут чего? Так. Что-то они хотят discuss your eligibility as a homeowner. Что-то они хотят replacing lost job income. А, это страховки. Так, ладно. Emergency shutdown instructions.
In case of fire. Это что-нибудь это такое. Света. Это на water heater, так и есть. Тут написано. Хотим повесить на water heater? Ну, если там, надо там повесить. Ну, надо повесить, да. Надо. В общем, где-нибудь да повесим. Так. Оно самоклеющееся, нет? Оно самоклеющееся. Freedom Mortgage. Хотят mortgage нам. Так, еще одна воя. Тоже Лана Партнов. Выкидываем? Ну, да, я заплатила. Да. Заплатила. Еще раз Freedom Mortgage. Safeco Insurance. Так. Друзья, вы видите, что сплошной. Еще один риэлтор. Дэвид Лилло. Так. И они когда улыбаются, у них такие неискренние улыбки, ужас. Продал свыше 75 домов за последние 12 месяцев. Вау. Друзья, 75 домов за 12 месяцев, за год. Вы себе не представляете, что это? Это какой-то. Как сказать, это монстр, не представляете, сколько денег он зарабатывает, это просто какой-то феномен. Ну, не один, у него, например, команда работает, а он... Не знаю, он пишет, что я продал. Он продал, потому что он числится листом. Да, значит, он говорит, что они берут только 3,5%, то есть, понимаешь, да, они не берут 5 или 6, они, это дискаунт-брокер, то есть он не берет 5, он не берет 6, он берет 3,5%. Ну, тогда, наверное, у него, конечно, больше желающих. И он, наверное, продает не в одном месте. Мы не знаем, как он там продает. Это еще раз кредитная карта с всякими очками для путешествий. Еще один Harry and David бесполезный, но целый каталог. Вот если тут у нас была открыточка, я отложил так, чтобы мы пошли с мамой Мариной Могилко. Но тут была одна карточка. Туда ходить бессмысленно. Смотрим. Света, ты не понимаешь, мы же на экскурсию ходим. Нет, ну, не смысл. Мама Марины Могилко приезжает из Санкт-Петербурга. И вполне возможно, что в Санкт-Петербурге тоже есть совершенно бессмысленные магазины. Груши очень симпатичные. Какие-то коробки с подарками. Ну, конечно, хлам. Даже не знаю, стоит ли ехать. Да нет, конечно. Да, мы спросим у нее. Ой, колбаска хорошая этот. Ну, ладно. Миш, друзья, все, колбаску. Молчу. Еще раз Штейнмарт, Света. И это такое ощущение, Света, что это не неделю ты не вынимала, а больше, нет? Друзья, она не помнит. Нет, ну сегодня, когда все било на компьютере, это самое главное, собственно. Да. В общем, еще раз, рекомендую. Хороший магазин. Так. И заканчивается серьезным пакетом из Safeco Insurance. Вот Светик тут у нас. Страховка. Все. Значит, вот вы видите, друзья, что в итоге получилось. А нет, еще один конверт. Тоже какая-то карта Discover нам предлагают. Не хотим, правда? Вот, друзья, вот это то, что мы еще посмотрим. Но в основном это Safeco Insurance. То есть вот Safeco. И вот тут. Вот. И вот этот вот. Вот этот вот. Вот. Который идет на выкидку. Вот вы видите. Все, друзья, мы с вами прощаемся, а я иду выкидывать это все в гарбидж корзинку.